Доброе утро, мои дорогие. Вот сегодня приятно сказать доброе утро, да, Саш? Да. Вот оно, прям с утра. И вот такая красота. Ветра нет. Здорово, солнышко светит. Температура потеплее стала. Ой, целую неделю был вот этот ужас, а. Ну вот, розочки цветут. Она наверху распускается. А у меня сегодня пахота будет. Я сегодня наконец-то пойду убирать дом. Но я ждала, когда будет тепло. Потому что в воде ковыряться, когда холодно, радости мало. В понедельник уже наши прилетают. Вот, видите? Секс. Секс. Вот она жизнь-то, видите? Секс. Вон что творится-то. Красота, да? В розе. Ой, ой. Тут тебе и запах. И солнышко. Ой. Солнышко нравится. А тут кто спрятался? Она сидит, на меня смотрит. Да, Марина. Ага. Марина. Там еще один ковыряется. В общем, короче говоря, вышло солнышко и пошла жизнь. Ну вот, может быть, теперь хоть бассейн прогреется. Может, Сашке купаться будет можно. Насморк у него прошел. Северный насморк. Вот. Что-то поет с утра. Надо помыться и переодеть футболку. Ты уже в ней сколько дней ходишь. А что, привезли мало вещей теплых? Ну, с длинным рукавом. И получилось так. Я вон сейчас машинку загрузила. Потому что все уже чумазое. Так, ну, гранатик еще пока не готов расцветать, видимо. А я, девчонки, до двух ночи сидела вчера и делала последнее украшение из вот таких перламутровых бусин. Да, еще пока не распускаются цветочки. И вы знаете, поймала себя на мысли, что я как дурочка делаю и улыбаюсь. Давно у меня такого не было. Так мне понравились в работе вот эти бусины перламутровые. Сейчас вам покажу. Ну, я туда там понацепляла ракушечки и... Ну, в общем, подвесочки там всякие с морской тематикой. Вот. И бусин этих было мало. Я добавила из стекла бусинки. Ну, там и камушки, и стекло. Сейчас вам покажу. Ой, куст, да? Ну, желтый просто. Ну, хорош. И вот эти. Они то прям черные. Кажутся такие красивые. Такие тоже. И эти тоже как бархатные. А я ведь эти семена где-то просто осенью семена были на цветах. Я их собрала и посадила. И вон. Сделала вчера к
кашпо из шляпы Серегиной валялась 2 года у меня в сарае, растоптанная. Но она уже вся. Вот. Но пока сажать мне в нее нечего, я одела парню на голову. А то у девушки тут волосы вон какие расшикарные, а парень с лысой пустой головой. Вот много у меня еще в таком состоянии цветов-то. Я же их рассаду-то не сажала, прям когда приехала в землю. Вот они пока вот такие. Вот такие розочки тоже. Ой, не записывала, как они называются. Это Ира у меня все сорта знала, а я-то... Надо было записать. Ой, жуков-то этих сколько. Но беленькие, вот вы посмотрите. Я уже почти месяц как приехала. Они цветут и цветут. Но сейчас отцветут, станут страшненькие. Хоть коси все это дело. Да, петунии, конечно, радуют. Что и говорить-то. Виноград вон. Вот этот вот я его пообрезала очень сильно, потому что он тут так зарастает, что дверь в сарай не открыть. А его в одном месте обрезаешь, а он в другом начинает ползти вон по земле. Вон весь. В микроволновке в старой тоже зелень какая. Ну, а это вот моя ракушка, видите? Это внуки. Раздолбали. Ой, сами-то еще ничего доброго не сделали. Вот, вот эти вот тоже сейчас зацветут. В общем, красота ожидается. Ну вот, мои хорошие. Вот, сделала я такой сатуар. Длиной он 1,30 м. Вот, смотрите, какие руки. С утра уже. Тут и рыбки, и перламутр, и чего тут только нету. Смотрите. И кошачий глаз синий, и рыбки, и дельфинчик. И вот такой вот, ну, как галстучек, что ли, русалочка, скат. Тут я не знаю, я говорю, мне прям такое удовольствие вот почему-то вот именно вот делать с этим перламутром. Так что оцените, скажите мне, чего, как вам? Это была подвесочка, я вклеила жемчужинку маленькую туда. Вот такая получилась красота. Вот, видите? Ну вот, наконец-то, летний ребенок. Так, и вот погода с утра. Сейчас время-то только 9 час. Видно вам? Вот. И прям солнышко пригревает. И все, вон я белье вытащила на солнышко. Потому что все это не сохнет. Всю неделю болталось, и все влажное. Так, и вот погода с утра. Сейчас время-то только 9 час. Видно вам? Вот. И прям солнышко пригревает. И все, вон я белье вытащила на солнышко. Потому что все это не сохнет. Всю неделю болталось, и все влажное. Ну вот, я вам доложилась с утра, что и как. Надо начинать новый день. Надо трудиться. Надо дела делать. Хотелось бы, конечно, сегодня еще съездить на море.
посмотреть, как там дела обстоят. Но я не знаю. Ко мне еще сегодня Оксаночка должна приехать, Кормщикова. Ей шарфик нужно. Выберет шарфик. В подарок ей кому-то надо. Вот. Ну, не знаю, сколько я и чего успею за день. Но стремиться к этому надо. А пока надо пойти поесть. А то уже дел переделала с утра, поесть забыла. Тебе Дед Мороз передал подарок. Что сказать-то надо, Сашенька? Че их угощать, когда они спят? О, гость дорогой приехал. Привет, красотка. Сто лет тебя не видела. Дед Мороз подарил. А ты сказала Оксане спасибо-то? Иди, садись сюда. Пожалуйста. Только помой хорошо. Слушай. Прям с базара. Все краше и краше. Серьезно. Все, обрастаю я, обрастаю. Да, это. О, красоты нам тетя Оксана привезла. Какой. Сашка нашел свежие уши. И вот ей тры-ты-ты, тры-ты-ты. Ой, не могу. Ну вот, уехала. Ой, так поболтали с ней классно. С живым человеком, не с виртуальным. Она взяла у меня два шарфа. Мы с ней очень редко видимся. Редко видимся. Ну, она мне так нравится. Она такая веселая, такая позитивная. Вот, привезла еще мне пакет тут всякого. Давайте посмотрим. Говорит, я теперь ничего не выкидываю. Правильно делаешь, ничего. Смотрите, какая красота. От духов. Ой, еще одна. Ой, девчонки, представляете, вот такие ручки сделать на какой-нибудь комод. Не знаю, вот куда-нибудь. Мне почему-то сразу такая мысль пришла. Такие ручки сделать. Ой, вообще прям красотища. Смотрите, какие у меня руки. Красила. Так, ну давайте я все вытряхну. Ох ты, какой цветок. Ух ты. Какая хорошая фурнитурочка и бусинки с бисером. Ну, что, такие красивые бусины. Пластик, конечно, но на шарфы иногда прям вот нужны крупные бусины, а взять их негде. Ой, какой цветок-то. Крепление у него, правда, такое, что цветок хорошенный. Так. Ух ты. Герб. Тоже найдем, куда пристроить. Коннектор какой интересный. Смотрите. И бусины тоже крупные. Ой, какой хороший. Уже браслетик. Ну, тут уже фурнитурочка уже, конечно, не очень. Так. А это я ей браслет такой вот отдавала. Она говорит, носить не, ну, неудобно, не понравился ей. Так, а вот это что? А, это тоже фурнитура. Такие. Как снежинки. Надо попробовать их почистить. Так, а вот это вот пакет тоже видно от всяких браслетов.
Плохо эта фурнитура, она ржавеет. У нас климат влажный. Может, куда и пойдет. Мало ли чего я буду делать, да? Я ничего не выкидываю. Я говорю, стоит выбросить, и через 2 дня понадобится. Ой. Бусы целые. Целые бусы. Ой, ну это мне даже разбирать жалко. Такие интересные. На руки смотреть страшно. Девчонки, ну-ка напишите мне, как такие бусы? Может, я их разыграю? Кому-то, может, нравятся такие бусы? Ну, вот эти какие камушки интересные. Вот их не переделать, из них ничего другого не сделать, потому что так вот отверстия сделаны. Так очень даже симпатичные. Так, и вот такие маленькие. Это дерево, что ли, крашеное? Что это? Непонятно. Смешные такие. У них отверстия, видите, не по центру, а вот так вот. Спасибо тебе, Оксаночка. Спасибо огромное. Но вот эти вот я не буду разбирать бусы. Нет, жалко. Да и не переделать из них, ничего не сделать. Так что, девчонки, если нравятся такие, давайте я разыграю. Ой, ну вот эти просто прям... У меня уже мысль закипела в голове, что из них сделать. Так что еще богачество привалило. Наконец-то дошли у меня руки убраться на втором этаже. Смотреть сверху. Мои там играют, пацаны. Ой, первый день теплый, а. Красота. Так, ну все. Сейчас еще вот лестницу домою. Весь хлам надо отсюда убрать. Вот. И останется у меня мой первый этаж. Успела вроде. Ой, вон он какой. Все равно красиво. Ой, господи. У нас как Формула-1 тут гоняют. Ну что, опять день прошел. Просто вообще не прошел, проскакал. Кто там идет? Это фиксиков. Фиксиков ты хочешь? Просто секрет. Да ладно. Ой, как ел. Вишню, клубнику Оксана-то привезла сегодня. Весь перемазался.
Подними голову, чего ты не смотришь-то? Чего не смотришь-то совсем? Чумазый, отмыть тебя. Сейчас, Саш, подожди. Сейчас я девочкам скажу до свидания и пойдем. Ладно? Ладно. Тебе не холодно в футболке-то? Сейчас пойдем. Вот, ну что? Звонила Макарику. Русский он написал, сдал. Понедельник математика. Очень за него переживаю. Хочется, чтобы прям все было отлично. Он же хорошо очень учится. Но просто экзамены — это тоже лотерея. Вот, так что все может быть. Сейчас, Сашуль, сейчас я иду. Вот. Костя у нас, значит, с Таней в Нижнем Новгороде. Они там в гости там заехали к другу. Все, послезавтра вечером прилетят. Ага, улитка. Саша сегодня что-то днем играл с мальчишками. Бегал, веселился. И вдруг пропал. Я так испугалась. И полицейский приехал. Вот, хотя это самое. Вот так бил. Нет, полицейские не приехали, слава богу. Вот такие гриса. Стали его искать. А он сидит в гараже, в открытом, там, где квадрик, в уголочке и плачет. Вспомнил про маму и папу. Так, что ты делаешь? Вот. Ну, короче говоря, повела спать, успокаивала. Видел, мальчик поехал. Видел, мальчик поехал. Вот. Ну, а так вроде все новости мои золотые. В общем, все нормально. Просто вот, ну просто. Это вот поговорить даже невозможно. Но лето началось. Вот. Ну ладно. В общем, завтра еще денек, я поубираюсь. На втором этаже убралась. Теперь надо там внизу у себя убраться. Вот. Ну и будем ждать маму с папой. Будем ждать. Да? Да. Да. Довольный. Хотел фиксика посмотреть. Ну сейчас, Зайка, сейчас я попрощаюсь и пойдем к ключу. Немножко перед сном посидишь, посмотришь. Ну ладно, мои золотые. Давайте прощаться до завтра. Пусть все будет у вас хорошо. Пусть ничего не будет негативного. Только есть папа мотоцикл в гараже. Да, да, да. И вот. Мам. Пусть все будет и хорошо. И не болейте, пожалуйста. Все. И до завтра. Этот же не даст поговорить. Мальчик болтушок. Все, давайте. Я вас обнимаю. Целую, мои хорошие. Давайте, до завтра. Пока-пока. Не могу. Always the moon when the tide is low.